Ладно, все, сосредоточились на каточке. У нас Артемида. В моем, наверное, сейчас любимом, наверное, скине все-таки. Что скин вообще классный. Странно, что нет эмоций. Рили, нет эмоций, я не понимаю почему. Дядь, ну ты про лайки-то, про лайки не забывай. Хороший ганг. Ну, Вавана хитрец, конечно, хитрец. Мне так нравится этот скин, еще классный. С этими подушками. Что, мы пойдем туда? Пойдем попробуем. Умрем, так умрем. А, да этот можно не забирать. Здорово. Правильно, Арес, правильно. Хорошо подрались. Этот скин на Бахусен. Слушай, ну этот скин на Бахусен на самом деле классный. Почему FPS-то проседает у меня? Вы тоже это видите? Так, минус цепь. Очень странно. Хронос, конечно, он типа вообще не побоялся драться на самом деле. Это как-то странно. Здорово, здорово. Дела хорошо. Чат хорошо. Если так же каточки будут проходить, как вчера, то вообще все будет хорошо. И Шибалунга умер там. Вообще замечательно. Пойдем, все, пойдем фармить. Пойдем фармить. А ты хочешь драться? Здорово. Блин, когда дают вырли вот так вот на Артемиде затыкивать, это еще очень круто на самом деле. Блин, мне так нравится этот скин, просто жесть. С этими подушечками. Подушечками. На самом деле я бы мог. Если бы он бицы не прожал, я бы мог, по идее. Ладно, я пошел. Давай, Гвоздь, давай. Нет, его нет в Стиме. Я сделал предзаказ в этом, в Epic Store. И Детройда, и Контроля. Они оба в Epic Store продаются. Конечно, yes. Погнали. Так, есть сапог. Отлично. Так. Бонбанец? За чё? Что ты там делаешь? Бонбанит всех, кто плохо себя ведет. Так, Хронос ушел. Арес ушел, Хронос ушел. Че лучше, перчатку? Да, сразу начнем, короче, перчатку стакать. Ибо Артемида не очень славится своим, своей чисткой, так сказать, вейв-клиром, поэтому нужно будет долго-долго стакать. А, серьезно, валить? Очень странно, очень странно. Что там мыша бегает у нас в джунглях? Сэнкс.
Перчатка на самом деле вообще никакого буста вначале не дает. Это печальный артефакт такой, конечно. Сапог был бы гораздо профитнее сейчас. Но рили из-за того, что она вообще не клирит миньонов. Спасибо. Хорошо, хорошо. Последней пулечкой. Вот это хорошо было. Ой, белка, блядь. Ну а прыгну, дядь. Вот и все. Рыгай. Как же ж она гасит? Почему на YouTube не стримлю? Потому что решил сделать для чата полезности, чтобы они могли заказывать музыку, а на YouTube этого делать нельзя. Пока это все в режиме тестирования на самом деле находится. Возможно, возможно, мы вернемся к YouTube снова, когда я пойму то, что там денег было больше, лол. Но не, вряд ли мы вернемся, конечно. Хорошо, хорошо. Хорошо. Слушай, ну пока мы жарим, конечно. Начало катки вообще огонь. Огонь. У вас вообще лагает стрим или мне кажется? Чат. Так, все. Нормально все. Сейчас еще лучше будет. Если у кого-то видно были пролаги, сейчас будет. Шизуру всегда злая, да еще не говори. Не, Шизуру хорошая. Окей. Не сильно заметно. Но чувствуется, да, все равно. Не-не-не, есть пролаги. Так, пошел, пошел, Арес, пошел, пошел. Здорово. Что мы делаем, господи? Хорошо. Блин, ну как ты не попал? Если бы попал прыжком, мы бы его убили, лол. Лол, лол, лол. Yeah. Кто там умирает постоянно? Куркулька номер. Ладно, ладно. Я смотрел Наруто. Из всех присутствующих. Но немного. Приблизительно 100-110 серий первых. Пойду поем. Давай, приятного. Немного со серии. Калач, не знаю, попробуй на ютубе вот этот, то что я выкладывал, способ решения. Попробуй. Если тебе поможет, значит у тебя что-то с этими. Скорее всего. Скажи мне, я тебе скажу. Ну короче, с путями от твоего провайдера. Я Боруто тоже начинал смотреть, лол. И кстати не так давно. Сейчас бы в 30 лет Боруто смотреть. Бачуса вообще раскормили так, что он вообще жарит. Хорошо, блять, хорошо. Что за лол? So
You so good. Сейчас кто-то придет, тот люлей получит. Она еще и закрыла проход. Не знаю, я сначала посмотрел Боруто, вроде прикольно. А, да, калачик, восклицательный знак не заходит, напиши. Пойдем убьем Арахна, мы с тобой вообще на изичах развалим. У меня нет столько хила, сколько у тебя. Знаешь, что ни разу не видел, как Арес ультует? Здорово, здорово. Так, что мы собрать такого? Да хорошо, иду пока, да, только мне что-то не нравится, там соло у нас что-то происходит непонятное. Вот это мне не нравится. Так, я, короче, знаю, раз мы так перефармились, и у нас хватает на фул, то мы возьмем вот это. Не самый профитный артефакт, на самом деле, но скорость атаки знатную дает. А, я еще не досмотрел «Игру престолов», ребят, 3 серии осталось. Я ждал выхода всех серий. Хорош. Главное не сдаваться, Куркулькан. И почему я уже 3 серии посмотрел, мне нормально. 3 зуба, думаешь? Смотри на эту скорость атаки. А, максимальная, подвойка максимальная скорость атаки. Давайте попробуем собрать дальше только урон без скорости атаки. Криты какие-нибудь, может быть. Раз у меня уже под двойкой максимальная. Он же только что здесь был, нет? Здорово. Жесть. Какая жесть. Так. Раньше Артемида был мой мейн в 1 на 1. Очень любил этого героя. Она так жарила. Смотри, что за скорость атаки. Минус Т2. Т2 это хорошо. Это отсутствие красного, это плохо. Еще у меня нет маны, нет ульты, но подраться мы могем. Я могу. А, они дерутся, я думал, эти убегают. Хорошо. 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 Хорошо вообще. Рунический молот. Ну, кстати, можно, да. Согласен. Рунический молот можно взять. Все, мне скорость атаки вообще никакая не нужна. Мне нужно... нужен только урон. Только урон.
Только красный, пожалуйста, не забери у меня красный. Уже даже без двойки комфортно как бы стрелять. Хорошо. You have potential. Ты имеешь потенцию. И молнию туда. Молнию одну туда. И не достал я. Собака. Да, это точно ранг. Это еще и теперь платина, а не голда, как вы любите. Телеграм, телеграм закрыть, телеграм закрыть. Мешает. Ты имеешь пыта? Ну я поражал, Лев. Конечно, там, ну так и переводится как бы. Царь, я помню этот фильм с этого. Царь во дворце, царь во дворце. Ой, я так, я любил этот момент, это смешной момент. Царь во дворца. Не, ну в этой катке так и выходит, алё. Как мне Ареста дал пофармить. Я снова ставки не запустил, вы мне не напомнили, а я и забыл. You were great. В смысле ЧСВ, это из фильма, алё. Так. Царь во дворце, царь во дворце, здорово. Ты уверен в своих начинаниях? Почему ретрит-то не понимаю? Ладно. Ретрит так ретрит, ладно. Здорово, Дениска. Ловушку. Да я понимаю, что ловушку. Нужно же ее обдуманно ставить. Cancel that, окей. Челлендж называется «Не умри ни разу». В ранкеде на АДК. Без эскейпа. На АДК сел смотреть царь во дворце, царь во дворце. Лол. Так, мы продолжаем не собирать скорость атаки. Ибо 2.5 под бафом есть. Соответственно, нам что нужно? Нам нужен урон. Максимально много урона вкусного. Чтобы царь во дворца чувствовал себя хорошо. Они красный выбили. Хорошего мана. Ой, 200 ему дал. В спиняку. Че, шо это? И тикнул. И тикнули все. Смайт Дизел. Ну это спушили уже, короче. Тупо сильнее не дотянулась. Не, она дотянулась, он же начал ультить. Самое, знаете, что печальное? То, что вот я сейчас вот так вот их дергаю только из-за того, что у меня перефарм идет лютый. Ну это скиллуха, конечно, еще плюс скиллуха. Я к тому, что если мы сейчас очень сильно еще затянем, они уже будут 20 и уже так не получится их убивать. А там и Хронос, и Шибаланки у них есть, которые такие же жесткие. Влейте, если не жестче.
Так что это тоже еще. А, неизвестно, чем гадка так кончится. Я надеюсь, что они отдефают там мид. И все не погибнут. Плохо, плохо. Да почему в меня? Да почему в меня? Феникса сломал. Феникса сломал, это хорошо. Они всех убили, но не спушили товара. Что думаете, чат? Нормальный мув это было отдать всю команду, чтобы Феникса убить? Здорово. Вот я боюсь только шибаланки сейчас. И драться мне только под двойкой. Ой. Хорошо. Хорошо. Слышали, да? Это говорит новый бог. Дайте мне красный, пожалуйста. Ладно, красного нет. Не понял я, зачем она осталась. Да я не ЧСВ, алло. Что я сделал опять? И видишь, я страдаю. Точнее, не страдаю, а очень напряжен. Да хватит умирать, пожалуйста, я хочу выиграть. Первый сраный пулемет, ну может быть, да. Так, мы все так же игнорируем. Игнорируем. Что мы игнорируем? Скорость атаки мы игнорируем. Будете со мной драться? Шабалунга. Ты один, кто можешь. Ой, дал тебе. Сильно. Здорово. Здорово. Трипл килл. Хорошо. 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 В смысле, она скорость даю? Я прошляпился. Ну ладно. Ну и ладно. Хорошо, хорошо. Господи. Ты не мог потратить ульт на Титана? Ну вот такая вот катка, ни хрена себе, блин, 16-0 мы отыграли, я думаю, ну вам было интересно. Мне понравилось, отлично.